поговорить, обсудить с всем. Мнение относительно главных вопросов нашего мира, требуется, то есть резолюции, которая будет одобрять решение управляющего совета ОСХО, резолюция Совета Безопасности, не будет по главе 7. Мы об этом четко сказали. Мы хотим, чтобы беспристрастно, объективно, профессионально события 21 августа были расследованы. У нас есть серьезнейшие основания полагать, что это была... Très bonne. Il y a sur les méthodes en ce qui concerne la Syrie, il peut y avoir des différentes approches, mais Cyril Lavrov a eu raison de dire, et je rejoins tout à fait son point de vue, que sur l'objectif qui est trouver une solution politique, nous sommes parfaitement d'accord. Et je sais que c'est dans notre esprit qui est.